Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы с вами настроим разблокировку по лицу телефона Redmi 9AT. Для того, чтобы это сделать, нам нужно перейти в настройки данного телефона. Дальше мы пролистываем вниз и находим пункт «Пароли и безопасность». Здесь мы нажимаем на блокировку по лицу. Нам говорит, что нам нужно добавить данные лица. Нажимаем «Далее». Для того, чтобы добавить наше лицо на телефон, сначала нам нужно придумать какой-то пароль на него. Например, давайте я выберу графический ключ. Нам говорит, что если мы забудем его, то нам придется удалить все с телефона. Нажимаю «Понятно». И разблокируем телефон, точнее, устанавливаем пароль на него. После этого нам нужно убедиться, что наше лицо ничем не закрывается, ни волосами, ничем. Что у нас нет никаких лиц, никаких очков и чего-либо такого. Хотя в очках, в принципе, можно тоже. И еще главное убедиться, что хорошее освещение в комнате. После того, как мы убедились в этом, мы нажимаем «Далее». И просто показываем лицо в данном кружочке. Давайте я сейчас быстренько это сделаю. Все, нам пишет, что добавление данных завершено. Это занимает добавление лица буквально секунду. Нажимаем «Готово». И теперь у нас есть еще возможность настроить разблокировку при помощи лица. Мы можем включить ее или выключить, соответственно. Это важный пункт. Хотим ли мы оставаться на экране блокировки после того, как разблокировали телефон лицом? Давайте я вам покажу, как это работает. То есть мы заблокируем наш телефон. Дальше. Мы показываем свое лицо. И, как видите, телефон не полностью разблокировался, а только показал, что здесь... вот с помощью этой галочки, что телефон уже разблокирован, и для того, чтобы войти в него, нужно свайпнуть. Если же мы уберем здесь галочку, то телефон будет сразу же перекидывать нас внутрь. Таким образом, нам не придется каждый раз свайпать. Также мы можем разрешить или запретить распознавать лицо при включении экрана. Например, если вам на телефон придет какое-то уведомление, и он засветится, хотим ли мы, чтобы в этот момент наш телефон начинал разблокировку экрана с помощью лица или нет? И на этом все. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!